Смерть 10-месячного ребенка в Кустанайской области прокомментировали врачи. Медики уверяют, что родители мальчика отказывались от его госпитализации в отделении реанимации. Напомню, о смерти мальчика накануне в соцсетях рассказала горем убитая мать. Она сообщила, что в медучреждение ребенка привезли с незначительной одышкой. Однако вскоре маленький Дербес умер. По словам руководства больницы, с ними на связи постоянно была бабушка Дербеса и их коллега, главврач Наурзумской больницы. Именно она не давала согласия на реанимационную терапию. Кроме того, бабушка была против лечения антибиотиками. Врачи положили мальчика в реанимацию только когда он был в тяжелом состоянии. Окончательный подтвержденный диагноз – вирусная инфекция, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония с бронхообструкцией. Была предложена госпитализация в реанимационное отделение для того, чтобы провести интенсивную терапию и быстрее вывести ребенка из этого состояния. И потом уже могли бы отдать ребенка, обратно перевести в отделение, ну, как говорится, отдать маме. Вот. Ну, на что неоднократно были получены отказы. Служебную проверку по факту смерти малыша проводят в больнице и в управлении здравоохранения. Полицейские начали досудебное расследование. По факту смерти 10-месячного ребенка в Кустанайской областной детской больнице полиция начала досудебное расследование. В настоящее время для установления причины смерти проводятся все необходимые следственные мероприятия.